ви вибачайте, Григорій Іванович, що ми ваше спокійствие нарушили. Нічого страшного. Ви з добрими намереннями. Юля, можна бути потім? Спокійно. Кілька слів. Боже, ще. А ви вийдете ще, так? Ну, звісно, ще будемо тут. На польське, так? Да? Так, да, очередь. А вам не дають побіжали там ніякого преимущества? Ні? Ні. Общая очередь. Общая очередь. А ви ж без багажа, без нічого? Ні, ну, личні речі є. Оружие не везете. Оружие не везете? Так, да, ну, все одно, навіть якщо з оружием, без різниці. Общая очередь. Часика три, наверное, там проторчали. Да. Ну, на две таможни ушло 3,5 часа. Больше польского знаю. А те ребята на поклюку уже тоже выехали, да? Сразу? Или они да, сегодня? Да, сразу. Сразу. Им там ехать 600 километров, они уже к вечеру. Они в 5 выехали. Твоя семья. Может быть. Да футрон тут устраивает, да и машины тут устраивают. Да понял, вот тебе квартира. Юля, куда это? Чемаручок придет куда? Тебе только чемаручок? Нет, тут только наш. Водя, водя. С лица, Юра, едет. Ира, то в сумке рюкзак, да? А? Мы потом уже. Все выгрузим. Да. Миша, что ты? Мы? Да. Сахать там будет. А это вы... Ну, все, ничего. А.
возле фишки сразу прямо, поняла? Возле фишки, там фишка стоит вот прямо вот где, где КПП, да. Водя.